Ну что, ребята, давайте оценивать личность на CM-ку. Что у нас меняется? Тычки. Мне, в принципе, нравятся эти льдинки больше, чем стандартная тычка CM-ки. Так, первый скилл. Ой, какой красивый, слушайте, прям здорово. Давайте еще раз посмотрим. Ой, как хорошо, вообще красота. Так, второй скилл. Слушайте, по-моему, это обледенение выглядит красивее, чем в оригинале. Ну-ка. Ну да, определенно красивее. И давайте теперь посмотрим ульту. Боже мой, просто восторг. Ох, какие красивые глыбы ледяные падают. Просто великолепно, нет слов. Очень-очень красиво. На самом деле это так красиво, что давайте посмотрим, как это выглядит вблизи. Ох, вообще. Вау, очуметь, одуреть, опупеть. Ну, восхитительно, ну вот согласитесь. Напоследок давайте посмотрим, как это выглядит с шардом. Ну вообще восторг, просто буря на четырех ногах и маленькая буречка рядом. Короче, личность, на мой взгляд, просто потрясающая, гораздо круче, чем аркана. Немножко обидно, потому что у меня на самом деле есть аркана на CM-ку, но я точно буду играть с личностью. Подписывайтесь на мой канал и всего хорошего!